чем. Ничего, постоянка. Интересно, бы тот баг повторить. Когда слетаешь. Он, я так понимаю, сработает только если ты падаешь сверху. Я призвал супербор. Что-то мне казалось, я без музыки играл в нее в прошлый раз. Не, я сверху же упал. Что-то вкусное, по-моему, лежит на платформе внизу. Ой, когда я успел. Что-то вот здесь вот спал. А, чё? А, вот это. Он здесь черепок. Я точно помню, что там что-то было хорошо. Время. Оно здесь нужно. Ой, вот здесь что-то. Вот сейчас вот здесь, скорее всего. Диагонали вообще не будут. ПСовский, по-моему, нормально. Ну, ПСовский кристаллин нормально. О, я, кстати, есть этот. Ай. Ну, вспоминаем, как играть. Давай это. А. Да там 20 секунд оставалось. Сейчас сек. И игра будет пройдена. Как в Far Cry или где там? Просто сидишь 10 минут, просто смотришь. Ну ты получаешь типа альтернативную концовку. Ууу, тормоза. Нет, это серьезно, это игра тормозит. Это не одно тоже зависит. Ну, ты сам подумай, это одна из, я не знаю, наверное, первых игр, которые сплитскрин использует. Она, по сути, две игры запускает и синхронизирует. А теперь, типа, если врагов очень много на экране, то это вообще пиздец. Ну, кстати, это много. Ну, когда врагов нету. Время надо взять.
я как всегда. Даже слоумо нереально там допрыгнуть туда. Это ж... Инерцию придумал Гитлер, мне кажется. О, время, кстати. Блин, а пипец, я так играл скоро. Ну да, потому что вообще врагов не было, не файно. Да, это просто... эмулятор эмулирует тормоза. Попробовать, хотя мне кажется, не поможет. Не-не-не-не. Ну эмулятор он как бы запускает... Ну, если только разве что найти где-то функцию, типа, разлочить FPS. Блин, полицейская эта штука. Золотое время. Время? Час. О, да, нет, вниз, просто... прыгнул, вниз, поднимусь. Да. Сейчас я люблю. Мы не взяли в начале. Почему? Мы больше просрали гораздо. Значит, видимо, больше, значит, два просрали. Вспомнил бы, что здесь надо делать. Бочки перепрыгнуть. Это же так, так... увлекательно. Тебе не увлекательно, мы можем вернуться в Resident Evil. Ну, давай, пожалуйста. Не, ну, теперь я практически уверен в наших силах, то, что мы сможем замочить этот вертолет. Оставим только перепройти игру по новой. С гриндом. Но мы, ну, в любом случае, типа, каждую сцену, ой-ой, гриндить до того, пока типа, гранату не получишь. Каждый чекпоинт. Не знаю, может, на легком уровне попробовать, это будет неплохо. Ты не знаешь, мне нормально было на этом сложности? Нет, я к тому, что у вертолетов хп меньше, наверное, будет. Ну, 4 хп осталось. Ну, у нас в любом... А, ну у нас чекпоинт. Я не помню, где чекпоинт. Жалко, здесь нету кодов. В смысле кодов? А, типа на уровне пройденный, что? Ой, я научился быстро переключать оружие, не заходя в меню. Как? Паузу ставишь, и стрелка не сверху. А, ну, да. Я это как бы раньше тоже делал. Просто это немного неудобно, потому что ты хочешь геймплей другому человеку. А, это не мышь, это время. Почему сюда пришли эти кучки? Так убивать надо нормально. Thank you.
если успели бы убить, то... А когда босс появляется, время накидывают? Да, надо накинуть, по-моему, 30 секунд. Ты умер под конец. А. Да. И тебе накинули этого времени. Ну давай. Жги. Надо реально каунтер какой-то держать. В уме. Сколько врагов мы убили. Все еще мало. Я пытался сюда считать, ничего. Все еще мало? А, вот теперь. Блин. Я уже ненавижу игры на пиратскую тематику. Ну-ка, давай-ка перезапустим, я континуум не взял. Mm. А еще у него была анимация скелета, когда я его проатачил. Ты подошел? Угу. Он спрячется, короче, он из-под земли вылез. А, чекпоинт. Взял? Угу. Континуум. Континуум, да. Погоди секунду. Дискорд скинуть. Только ЕП-3, наверное, надо. Черт побери. Интересно, если я так перезапишу, наверное, ничего не изменится. Ладно, потом переименую. Отжимай паузу, как будешь готов. Ох, сейчас тормоза. Супердар заю. Что случилось? Я не знаю. Вот это уже что-то нездоровое. Вот это вот может быть уже перегрев какой-нибудь. Не, ну всегда горячий. У меня времени нет.
Unreal. Да, это пиздец какой-то, я не знаю. Может, рестарт сделаем? Вряд ли. Ну, я позакрываю сейчас все. Давай попробуем. Ну, даже не знаю, это помогло или нет. Ну, вроде помогло. Тогда вопрос, в чем причина? Не знаю, давай, просто выебывается. По новой? Не знаю, не там. Ну, можно попробовать, конечно. Надо научиться проходить без потери контов. Да, вот. Сейчас на последний план. Да не рестарт. Да. Так. Ну, когда заходишь в инвентарь, то паузу ставится. Логично. Я два раза протащил, и мне кажется, ни на что не влияет. Да, думаю, нет. Сейчас я не буду. Я чувствую твою боль. Ходить без контора, без потери контора. И как его убил? Может, надо смотреть в сторону врагов? Я думал, он просто автоматически. Нет, я уже... Пидорас.
это ужасная попытка, по-моему. От меня зависит. Это нож у меня летел, если что. В смысле? Ну, нож, который тебе в голову прилетел, то я вернулся в него. Они, походу, через весь уровень просчитываются как-то. Такое ощущение, будто у них не то, что на экране грузится, вообще весь уровень играет. Сразу поэтому так включит. Агрессивная игра. Надо за хп следить, короче. Ну они установлены по одному хп. Да, бочонок 7 принимает. Мне лучше вообще прятаться где-нибудь. Если я здесь буду сидеть, меня никто не будет трогать. А, на этой локации разве дают? По-моему, их дают, когда у тебя оружие кончается. Я много раз получал, когда у меня было... Ну что, надо мне умереть тогда, чтобы нам время дали. А что, проверим, что будет его выход? Да ладно. У нас еще есть контос. Ну да. Так время не дадут? Дали. Не сильно много, конечно. И все еще недостаточно. Можно посчитать, Может, последний уровень, раз мы вот так наловчились, будем проходить в конце. Будем начинать с этого. Наловчились, да. Три континью там тратим. Просто в конце этого уровня не дают континуум, а в конце этих, после битвы с боссом, дают. Ну, можно попробовать четвертый уровень, чтобы его типа прочесть. Да его зачем прочел. Зачем? Не знаю, написано так ведь, когда видите. Можно игру досрочно пройти. Я очень в этом сомневаюсь. Ладно. А у меня что? Или он у нас общий? Здесь вместо супер этого приема да, супер да, что да. Дается. Да. Мне интересно. Да, супер кулак, по-моему, такой себе.
придется быстро убивать. Не тратить. Конечно, время может. Не знаю, как тут можно не тратиться. Просто соскальзываешь и все. Или торопись. На при жизни континент. Может спрячься. По ощущениям просто, блин, в этом уровне будто намного больше нужно врагов. Иди убивайся, время закончилось. О, ты просто что бочки можно ломать? Да, на них типа прыгнуть можно. Ну. А, это есть старт. Да. Слушай, ну мы же этот уровень один раз проходили, чего с одним закатом? Один раз проходили. Ну, мы несколько раз же. Мы доходили до замка несколько раз. Бамбукового с самураями. Окей. Надо понять, в чем секрет. Этот, на этом уровне только флаг дают, то имеет смысл здесь залутать поможет. И пойти на тот уровень. А на последнем можно без оружия проходить. Звучит как план. Да, с самого начала я просто пробил. Пистолет самый норм. Надо взять вот здесь еще вот столько. Сабля самая беспонтовая. Ну, но она все равно лучше, чем кулак. Вот здесь вот мне не нравится начало, потому что чувак сразу тебя включает. Ой, да, бочка, которая вверх едет по склону. Бочка, которая падает вниз сквозь Ну, нет, ну, это звучит как бочки, которые я знаю. Вот куда ушел этот геймдизайнский... Тут даже проблема в том, что врагов тупо приходится ждать респауна. Ну да, да. Может быть, нужно ждать их у точек каких-то? Они, может быть, спаунятся типа в одинаковых местах? Если просто считается за врага? Мне кажется, нет. Ну, поэтому надо посчитать просто. Ай, застел упал. Да я ж не вижу, где ты. Твои ботинки где видно. Вот мы здесь всех убили, надо опять идти. Скачать. Я казалось вот здесь, в верхнем левом. Я не справлюсь. Времени здесь вообще нету. Это мы вообще как-то без напряга проходили. Ну да.
Что-то мы делаем не так. Мы играем в эту игру. В смысле, это геймовер. Ну, хоть на старт в любое время можно нажать. Давай попробуем бежать вправо. То есть справа налево идти. По идее, это босс справа, надо наоборот слева направо идти. Все, он до конца влево, и потом двигаться вправо сразу. Но мы каждый раз с тобой идем влево и совсем хуи. А ты на флаге поднял там в самом начале? Да. Подожди, я поменяю, но... Флага другого оружия нет, окей. О, тут же на облаке еще есть. Чё-чё? Как в неохе? Какой-то неох, блядь. Ты взял что-то здесь? Да, всё. Не взял. Может, имеет смысл идти один влево, другой вправо? Так мы больше врагов набьем, и они респаунятся быстрее. Ну давай иди налево, я вправо пойду. Давай попробуем. Такое. Здесь... А, вот так. Ты... Просто тебя ебут в The Game. Да мы не такие. Тут на самом деле никого нету. У меня тоже. Вот один. Вот еще один. Просто обновить экран, но уйти, чтобы они среспавлены за экраном. Они же за экраном респаются. Смотри, я ушел, и он зареспался. Ну, вполне логично. Да, опять не считали. Ну да. Они на краю экрана, короче. Почти хорошо было. Ну да, кстати. Главное теперь черепки не собрать. Они здесь. А, они здесь есть. Ну, я не знаю, кто додумался сделать черепки в конце после босса. Давайте-ка вы проиграете. Ну, бонусный черепок. Это что ж такое? О, континью взял. О, взял. Что-то мне не так. Награду не возьмешь? Я пытаюсь взять, я постоянно падаю.
Что, еще не конец? Мы это все пропустим. Ну, хоть время заморожено. Подожди, у тебя мало уже закрывает. Да... Ай, инерция. Ладно. Не-не-не, вот там вот на платформе просто запрыгнул. Я сидел, ты видел? Фак. Ну ладно. Ну, в принципе, понятно, что. А вот здесь, по-моему, спецприем дается. Смотри, как он вообще спаунился. Три. Четыре. Четыре. Давай, короче, я квест считать не буду, а ты будешь. Зачем? Ну, просто посмотрим, считаются квесты или нет. Не, давай просто не будем считать квесты, и мы поймем сразу же. Ну, мы четверых убили. А, я думал, ты еще одного убил. Mm. Так, сейчас. А, где? А, у меня нету ничего. Пять. Шесть. Давай лучше будем говорить те, кто убивает, а то мало ли мы убьем кого-нибудь одновременно. Семь. Ваша мать, черепухи, конечно. О, еще один. А упавший вниз, интересно, считается? Девять. Одиннадцать. О, супер, да, давай. Слушай, я кажется... Сори. Я взял череп. Давай юзай супер, да. Кого? А, вот теперь можно. Да. Твою мать. О, он остается. А, я не знаю, 13, 14? Слушай, мы когда 10 насчитали, у нас плашка появилась с цифрой 10 на персонажах. Ну типа как хп у босса вот в этой в коричневой какашке. Да. О, бери. 15. Нет? Ну, видимо, 14. По идее, вот этого можно добить. Ну вот теперь точно 15, видимо, 20 надо. О. Может, какие-то реально не считаются? Может, суперударами не считаются? Да нет, мы же суперударами тогда и проходили. Когда? А, последний уровень. Я до мастера кунг-фу добрался. Его 50 жизней. Я, к сожалению, не знаю, как тебе пить. У него по-прежнему 50 жизней. 25 жизней. Как ты это делал? У меня 8 жизней, сейчас конфликт. Я по-прежнему 20 жизней. А я не понимаю вообще, как это не пришло. Ой. Налево надо идти. Налево здесь кирпичная стена. Да, вот сюда налево. Ну, и здесь кирпичная стена. Ты же континьюм потребил. Я причем перепрыгнул зачем-то инстинктивно сделал шаг направо.
Запускай первый уровень. Ну, ничего не остается. А, мне не дали. То есть сможешь пройти, там код будет в конце первого уровня. Пройти, что может быть проще? Ну, считай хотя бы. Первый. Да. А сколько было уже? Да. Просто. Да. О, они здесь двух ударов, кстати, умирают, а не с трех. 4. А у меня цифра 10 сейчас появилось, да? Не, это 10, скорее всего, очки какие-нибудь. Здесь можно просвобниться реально, мне кажется. В этой игре не все расслабляться. Are you for real? Так, 5 было, да? Не знаю. А, бочки есть здесь. Да не заколебало, как ты стопал. 6? Да иди нафиг. Здесь много этих патронов дают. Может, тут скрытый континуум где-нибудь лежит? Ну, поищи. У тебя нету книжки с секретами для Дэнди? А, нелегально. На этом, на RGG можно использовать только эти... гайды. Много. Официально. Не, ну в принципе уровень легкий, ладно. Тут можно действительно даже хп не нужно. Серьезно? Хп, оружие. Только я не знаю, насколько это числится. Он упал вниз. Слушай, это было не было 15 точно сейчас у тебя. Не знаю, насколько числится вот такое прохождение, как кау. А там же было написано, как ты поставил. Если один умер, не нарочно. То... то рестарт? Нет. Ну, почитай пока. Надо мной смелости велись и дали кольцо. Нажимай старт. Ну, я почитать пошел. А, я паузу, что ли, сделал? Да, ты когда сворачиваешь. Ладно, с телефона это сделаю тогда. Второй, наверное. Потому что там тоже вроде, типа, можно пофармить. Может быть. Ты почитал, нет? У тебя континуум есть, не продолжать. Сейчас, просто мне Google предлагает кооп эг. ЭГГ. Нудлс. Я, кстати, глянул ту распродажу кооп, по поводу этого Remote Play. Я взял там Гукамали и этот Dangerous Love, что-то in Space, я забыл, как называется. А, что-то знакомо. Гукамали, ну, это второй или какой? Второй, да. Ну, может потратить, кстати, для разнообразия, если это пройдем. Слушай, я не могу найти кого про ГГ. Он мне говорит, настаивает, что вы, наверное, имеете в виду ЭГГ. И что, мне там порнуху будет предлагать с бабушками? Сейчас посмотрю, да вроде нет. Не такие уж они и бабушки. Я даже не помню, какой сайт примерно. Не, я нашел, но я не вижу здесь правил никаких вообще. Идите просто по списку и все. Мы где-то же читали это. Я точно помню.
что если там один человек не может пройти и намеренно сливается, что второй его протащил, то это не считается. Намеренно, если. Да. Это Ну, а я. если случайно, то, ну, это логично. Ну, давай сейчас попробую. Ну. Что случилось? Я смотрю историю вкладок, где мы ролили. Да пошли, А, вот все логично. myUGC, да? Правило. Скорее всего. Что за хакнутые игры, кстати? Ну, у многих несовских игр бывают, типа, хакнутые, там, я не знаю, больше жизней, больше патронов, там. Если один игрок проходит игру, а второй не принимает участие или умышленно проигрывает, чтобы не мешаться, то выбирается штрафная игра на этой же платформе. Умышленно. Да. Ну чё, готов? А ты третий выбрал? Да. Случайно. Бэйби. Да, понятно, но это ненадолго. Секунду. Ну, здесь баги также двух ударов вместо трех ударов, уже хорошо. Я, кстати, забыл совсем второй. Ну, если мы сейчас... У нас континент, конечно, нету. Если мы его пройдем... Это будет самое... Это будет самое дальнее, куда мы проходили. Так, а, все. Полезно только. Ну, когда у тебя ничего другого нет, то лучше, чем кулак. Вот это мне надо. Я упал просто, как всегда. О, можно в прыжке стрелять во время падения. А двух рук как с Макс, как Макс Пейн можно? Чё, давай, пойдем. Как, какой из Макс Пейнов? Алкаш, который... Нет, Перфер. Босс. Я, кстати, с Алкаша не играл. Я не по Макс Пейн сейчас. О, он забаговался во мне, спускайся, бей. Да я не могу, ну, просто спрыгни вниз. Я жду. Да нет, вот, ты мог теперь... сквозь платформу. Я его забагал. Как? Он во мне застрял, видишь? Так, стоп. У меня больше. Только давай, не брать черепшки, черепки. Мышь, иди нахуй. Мышь, иди нахуй. О, континуум, подожди, появился. Обязательно кто-то из нас сейчас возьмет черепок. Инерцию придумал просто Гитлер. Слушай, ну, хотя бы континуум есть. А, уже нет. Ну, я его возьму. Нет. Твою мать. Ну, давай, о, бери рыбку. Я сейчас возьму. А там уже... Просто... Нажми старт. Что-нибудь Glorious End. Мы почти прошли.
Если бы мы были бы успешные стримеры, кто-нибудь сделал бы из этого, скорее всего, клип. Как можно было бы получить все и потерять сразу же все. Просто мы один черепах не смогли собрать, только потому что континиумы кончились. Ну да. Ой, куда я падаю? Я на облаках заберу. Что лучше, гриндить здесь предметы или в резике шестом? Здесь. Здесь забавнее, по крайней мере. Че тебе так резик не нравится? Да мне он нравится, но я не хочу в очередной раз проходить с нуля. Слушай, мне кажется, знаешь что, когда мы эти уровни пройдем, будет битва с боссом, и если мы его ни разу не атаковали, у него больше хп будет. Как мы его атакуем? Ну, я вот сейчас, когда его видел, я его когда стреляю, у него скелет появляется. А сейчас он без скелета нас столкнул, потому что я его не атаковал. Окей. А, четвертый? Угу. Так, я слева. Напал. Бочка, пощади. И КНС, пощади. Совсем нет. Почему ничего не поменять? Ты опять помайнишь. Просто шейдеры на стенах очень мощные. На самом деле 3D игра. 4D. То есть 5D, это знаешь, как в кинотеатр, когда тебе лицо блюет какая-нибудь. Да, блюет и ргает еще со всех сторон. И трясет тебе стул, чтобы ты обосрался и рыгнул тоже. На другого. Да е-мое, я не могу запрыгнуть. Да пипец. Пистолет появился? Он прыгает! Когда ты садишься. Справишься, я тут постою. Нет. Мне далеко идти. Ну ты знаешь, как это работает. Прикинь, враги на уровне остались. Так, я вот это вот возьму сначала. Я почти к тебе пришел. Ты хочешь мой черепок собрать? Да. Я возьму. Как раз хп было мало. Так, по звуку. Выстрел, пошел. Я вспомнил, что здесь черепушка ебаная, я не знаю, как через нее перепрыгнуть. Вон, ты справишься? Конечно, если ты хочешь черепушки все собрать. Я не хочу. Прям ёкнуло сейчас. Нет! Прости. Но есть плюс. Ну ты убрал ее, да? Да. Ой, ой, что? Что мы включили сейчас?
первый, скорее всего. Нет. Это первый. Это второй. Да? Нет. Да. Это первый. Ну ладно, чё. Заработаем тут контейнер, может, не потратим. Угу. А-а-а. Мне начинает казаться, что самое сложное в этой игре это реально, когда ты бонус собираешь. Еще никогда бонусы не были настолько ужасными. Тяжело, да. Это просто, знаешь... Это какой-то гений, типа Кодзимы такое придумал. Генитальный такой дизайнерский. Гений-дизайнерский ход. Генитальный гений? Ну, Кодзима так и такой и есть, может, это он. Да, начинал в стартапе вот небольшом. Потом повезло, вместо индуса за 2 доллара в час взял его. Что это сейчас было? На меня просто блюбочки подряд начали падать. Не тратьте себя. На самом деле, ладно, давай. Здесь за кинжал они умирают. На самом деле, я не помню, кто делал пистолет. Я тоже. И падаю в яму. Я не помню, кто делал, типа, японцы, американцы эту игру. Но у японцев в 90-е была ситуация такая, что они подписывались во всех играх никами. И оттуда появились... И оттуда появились все суды и свели, например. Ну... Да, это пиздец. Ну, у тебя жизни 20. Тебе надо это делать. А, понимаешь, жизни меня не спасут от... А... Ну, здесь, кстати, легкое место. А вот так, да, можно. Давай еще два шага. Фу, я думал, это сейчас экран continue появился. Ну чё, замок? Ниндзю, наверное. Так, готов. Угу. Раз. Два. Это здесь черепки, причем самых отстойных местах. Вот здесь, например. Это черепок, если что. Я не знаю, сейчас помню. По-моему, парочку я сейчас убил. Троих сейчас убил, только я не помню, сколько было. А, я думаю... Я черепки собрал по инерции. Да-да-да. Я думаю, 15 есть уже. Поэтому я абсолютно... перестал понимать, как это работает, должно быть. Ну, мы досчитали тогда до 21. Да сукин ты. Я перепрыгнул черепок. О, летит, летит. На тебе. Пять. Вот что сейчас 5 было? А может это countdown, а не количество? То есть нам... Дожди, 15 каждому? Давай еще mm-hmm. 5. Хотя... 4. Ну, ой, ой-ой-ой. 3. Сейчас у тебя один появился. Осталось найти врага. Время не дает.
Давай, добивай. Я его случайно собрал. Да, это каунтдаун, то есть это когда десятка появляется, значит 10 врагов остается. О, супер. Отлично. Нет! Я держу ситуацию под контролем. Я нет. Блин, оружия никакого нет, чтобы с боссом биться. О! Нормально. Он не достает? Походу нет. А, у меня нет пистолета. Давай сзади подходись, ой, пока он не видит. Yes. Вот надо было, да, она сейчас, наверное, ударить. Ты смотри, мы как приловчились. Мне это скиллуха, конечно, в жизни помогает. Уметь играть в эту игру. О. Ой. Ладно. Отдохнем немножко. Думаешь, отдохнем? Ну, второй, по-моему. Или нет, или он какой-то мерзкий. Мы вообще на нем почти не были. Мы его дропнули поначалу, потому что вообще не понимали, как тут играть. Владимира, Владимировича. Да, да, да. Ты Сату сейчас забанят и выедут. А чё мы, пусть Сату в чёрный список компанию разработчиков вносит. Да, блин, этой компании, скорее всего, нет уже. Ну тогда санкции к государству. Вот игра вышла, не знаю, в 1900. Я понял, что это проблема. Здесь нет врагов. Здесь реально нет врагов. Сейчас найдем. Такое ощущение, будто они не спаунятся, а надо всех убить, которых встретишь. Вот есть. Да. 10 осталось мне. Просто этот счетчик появляется у того, кто нанес, ну, кто сделал убийство. Ну, допустим, 8, значит, да? Нет, ты сейчас убьёшь. Давай. Так, у меня очень мало ХП. Давай, я попробую. Тут где-то черепушка, так что просто... Вот так. Тут, по-моему, черепушка. Нет. Надо мной. Здесь? Да. Ну, смотри. Угу. Как ты запомнил так? Ну, я ее любил собирать, видимо. Там черепушка. Это, возможно, тоже. И это ты запомнил? 5 осталось. По-моему, мы просто на одной волне с геймдизайнерами. Ой. С левел дизайна во время. Поднял или мало осталось? Вот этого я не знаю, как убивать. Оо, фак, случилось худшее. Ну, как посмотреть, зато теперь у тебя есть жизнь. Я что-то забылся и пошел опять убивать. Супер, прием, бери. Есть! Это сейчас это было ужас. Прости. Надо было тебе подождать мне. Блин, надо было проатачить. Да, блин, проатачить нам бы хоть все уровни бы пройти. Надо запомнить, что на втором и замке. Нет, на замке нет. На каком уровне он? На каком уровне надо запомнить, он превращается, если будет продолжение. Он превращается на все. Нет. По-моему, на последнем уровне его нету. Есть. Он нет. Из бабульки превращается. Да, он сразу тебя отталкивает, у тебя нет возможности его протачить. Там скрипт. Да что тебе одна жизнь даст?
Кстати, когда крыс убиваешь, почему-то звук отличается. 10. Секунду. А как ты это делаешь? Ты паузу просто нажимаешь? Да, Так я тебе про это и говорил. А я думал, ты имеешь в виду, типа, в инвентарь заходишь. Где вам бутылку возьму? А у меня ничего не осталось, кроме пистолета, и что делать? Всё. О! Пойдём-ка. Так, без проблем у нас мало жизни. Без проблем, там бонусный уровень просто сатанинский. Чё, пошли? Ой. Да я падаю почему-то, я не понимаю. Ты видишь, что я делаю? Мы контуз просрали, чёрт. Ты мне просто в прошлый раз говорил, типа, просто спрыгивай вниз, но... я это сделал, и ой, он считает... Ты видел, что я сейчас... Не-не-не. Я чуть по инерции не просрал, не налетел на... А, типа где-то это... континуум появляться должен. Вот он, да. Ага. Все, можно взять черепушку бонус. Не надо. А если я здесь перепрыгну? Давай. Вверх суперджампом? Ага, отлично. Все прекрасно, только вот рыбку съешь и нахуй не присядь. Нет, подожди, как по-другому. И нахуй присесть и рыбку съесть, во. Есть. Только вот у нас... Ну, у меня хелс нормально собралось. Ни хрена себе. Ну, что делаем? Ну, ресет. Сейчас я водички попью. Ага. А кстати, а внизу тайм 1.40. Это остался прошлого уровня. Он как-то инкрементится. Складывается. Не знаю, может. Не знаю. Может, не знаю. Ладно, поехали. Нет, секунду. Поехали, нажимай. Ну чё, будем убивать? Ну, да. Или тратить всё оружие сейчас в ноль и потом? Ой. Тратить всё оружие? Да. Ой. А, тормоза. Слушай, уровень тормозил. Потому что на тех уровнях так жестко не было. Тормозило. Нет, я... Так, я походу сейчас съем конт. Да, хп нет. Да. Давай, сюда. Мать вашу, ты шо, что такое? Ну ладно. Ты ёбаный скелет, я ничего его никак не могу. Кстати, там время где-то забрал. Там нормально такой эмбиент. Я ебал. Ага. А, отлично. Я пошел за временем. Сказал я, да. Зачем ты это сделал? Там еще на облаке где-то будет время. Если что. Не на облаке, а на платформе. Взял время? Да.
еще в последнее время будет возле босса. Фух. Да блин. А... Нет, ну подожди, короче. Мне кажется. В смысле? Ну, мне кажется, ты... Мне кажется, ты не дойдешь. А, ну ты успеешь? Да. Забей вообще, можешь просто не... А, ну у тебя здоровья нет. Не а. Умирать нельзя. Долетит? Да, не знаю. Долетит. Мне бы еще научиться... О! Вот так щит можно брать. Давай, давай, давай. Все, иди, 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 здравствуй. Как? А. Блять, это подстава, пиздец. Быстрее времени нету, пиздец. Давай, 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 давай. Если время заканчивается, я могу пойти сдохнуть. Нет, я его уже добил. Есть. 5 жизней. Слушай, а у щитов были заряды? Mm. Kill the Wizard in time to... А, ну ничего не изменилось. Mm-hmm. Ну, у нас... Очень все плохо. Я хочу дропнуть, если... Сейчас будет еще набор из 5 уровней. А. Окей. Чувствуешь просто как да. Хайли такой. Он все это время, казалось, наблюдал, но это был выбор уровня. А может его можно было сразу выбрать? Ну, не думаю. Ну да, стрелочка лишь посередине. Ну. Тебе с ним драться, не мне. Это уровень, еще один. Ебать, вы ебанутые, что ли? Вы все ебанутые. У меня 5 жизней, чувак. Что мы делаем? Зайти. ГГ. Да. О, беги, босс. Добил с кулака. Я сейчас... О, присядь. Он не похож на того, что босс. На картинке. Да. Ну чё? Гилкомели? Не, ну давай еще раз. Смотри, мы с Карви Дог. Уже не Кэбин... Чё там было? Кэбин Бой. Визард 5 из 100. А что значит Визард 5 из 100? Может, мы 5 урон нанесли? Есть смысл, короче, идти к боссу после первого уровня, на котором мы можем накопить кучу всего, но точно не после последнего. Ты имеешь в виду к вот этому? Визарду? Ну-ка, да, да, да. И как ты не пойдешь, если он недоступен? Я имею в виду, что не заканчивать последним уровнем, как мы это сейчас сделали. А, ты имеешь в виду с первым закончить? Да, да, да. Оставить первый, например, напоследок совсем, чтобы собрать там всякого дерьма. Ну, мне кажется, надо пытаться оттачить визарда еще после каждого босса. Но мы до сих пор не дошли до того, где это может аукнуться. Ой. Почти прошли игру. Ага. Тут еще на крови, по-моему. Ты там поднял на этой невидимой платформе? Да, я все поднял. Я два раза его протачил. Мне кажется, мы сейчас проиграем, будет написано не 5, а 100, а больше.
Чё, какой? Так, давай я старт не буду нажимать, чтобы мы уровень не выбирали автоматом. Нажимай ты. Какой? А верх не работает, не стрелочка? Нет. Ну давай из четвертого и... Четвертый, третий... Подожди, стой. Раз, два, три, четыре. Давай, короче, вот с этого и влево два уровня, потом финальный уровень, потом второй и первый. Не знаю, мне кажется, все-таки самый последний надо первым. Ну, мы его что-то как-то... Хотя мы сейчас вроде получше его прошли, не знаю. Ну да. Тайм 1.40, кстати, опять написано. А, ну ты видишь. Мы просто на нем сейчас все оружие потеряем на последнем уровне, и на те уровни придем вообще никакие. А там супер удар не падает на корабле, по крайней мере. Ну тогда 4, например. Ну я понимаю. 2 или 3. Корабль, замок и 5. 4, 3, 5. Нет, подожди. Вот этот вот левый и правый. Этот вот? Нет, сначала вот этот, потом левый, а потом последний. Типа так, да. Ниндзя ебанутые немного, конечно. Там без оружия, но на ниндзя делать нечего. Хотя там супер приемы, эти супер удары дают. Я налево. Ну ладно. Как всегда. Тормоза, прошу вас. Дайте мне 60 FPS. Я чё, зря видеокарту не надо? Фреймы такие забавные. Ну, если прыгнуть, но недостаточно, если перепрыгиваешь и касаешься ее кончика, ну, спереди она тебя атакует, сверху она лопается, а сзади слева, то... Блин, короче, не важно. А, и давай, наверное, из этой тиши мы здесь потеряем континуум. Ну, это что-то не очень. Тут 5. Я хотел бы посмотреть в лицо этим разработчикам, вернее, посмотреть, как они ходят в реальной жизни. Думаешь, это так же за нас? Конечно, да. Такой, привет, такой, встретил знакомого, привет, такой. И ударились друг в друга, да, потому что... Не, вместо того, чтобы затормозить, он проходит еще несколько метров, махая рукой. Да. Ну, очень неудачная попытка, я думаю, надо сделать. В смысле, у нас нет ни времени, ни хп. Ну, хп... Стой, босс. Стой. Стой. Я не могу стоять, я лечу. Тебя почка в башке. Я при этом после этого еще умудрялся что-то делать. Рестарт. Думаешь? Да. Блин. Тайм 08. Кстати, визарда-то не было. Нажимай старт. Да, на этом уровне нет визарда. Я тебе говорю, он не на всех уровнях. О, давай попробую я тоже проатачить его вместе с тобой. Кого? Визарда? Визарда, здесь. Давай. Возьми только метательное, наверное, кинжало. Угу. Невидимый собрал. Так, готов? Переключись, но да. Ну ладно. Давай, атакуй. Ой. В смысле, я переключился уже на нож, почему у меня пистолет? А, не было.
пока недоумевал, я проебал шанс. Ой. Блять, они еще исчезают, если ты их поставил за кадром. Что? Враги? Враги. Да в этом уровне хорошо, здесь хотя бы нет черепков. О, нет, в бонусе тут есть. 14 жизней. Да, у меня уже 10. А, я с самого начала упал. Ну давай, ты должен босса завалить. За 20. Ага. А, ты тоже упал. Да е-мое. Оу! До меня дошло. А, рестарт. Ну давай попробуем. Right. Две, одна. Бонусы появились, типа прошли уровень. Ага, серьезно. Кэббин бой. Блин, я не посмотрел, сколько было у волшебника. О, блин. Собрал вначале? Я уже забыл. Ну давай с пистолета выстрели. Побежали. Рестарт. А что там? Контос на стене. Вот, возьми на черепе ножи. Чем ты остановился? Я не понимаю, когда он вылезает вообще. Он скриптованный, ты просто бежишь вперед и континуум и жмешь атаку. Так, я возьму тогда сверху. Так, почему у меня? Thank you.
я, короче, побегу, а ты сейчас давай насчет атакуй. Короче, надо сначала собрать, потом мне атачить. Как уже можно? Я от этого фарма засыпать начинал. Я уже тоже задолбался. Уже так замылилось, когда много раз брал. Сейчас не уверен. День сурка какой-то. Короче, я бегу в континуум, подбираю, ты атакуешь. Когда я атакую? Давай, раз, прямо сейчас? Два, три, да. Ну, ты взял континуум? Да. Стоишь ты себе просто, бочка прилетает тебе на голову. Ладно, если бы эта бочка нормальная была, так она еще с кривыми питбоксами до ужаса. Че, у меня постоянно пистолет убирается. Я в одном месте вообще фармлю, они тут спаунятся за экраном. Ладно, что-то перестали спауниться. Время закончилось. Так, сука, хватит пистолет выбирать. А у меня ничего не осталось. Там бочка. Да нету. Рестарт? Рестарт. Даже когда не беги туда. У нас оставалось 10 секунд. Но... Не бери меч. Кинжал, если тебя взял. А то их на уровне мало. Чего не брать? Это кинжал мой. Вот этот? Нет, вот это все. Тут метательные ножи. Всего два на уровне. Угу. А вот здесь убил? Угу. Настолько отчаялся. Настолько засыпаю уже. Нормально вышло вроде бы. У нас по 50 хп даже. Походу я все собрал.
А еще здесь такой дурацкий тайминг, если сразу кнопку влево не зажать, когда ты влево идешь, ты на бочку всегда напарываешься. А если успеть зажать, то ты можешь ее перепрыгнуть, когда не упадешь. Мне сейчас враги не респаунились. Блин, у меня враги исчезают просто. А у меня просто тупо не респаунились. Это было сейчас красиво, просто пушки я съел эту бочку. Да блин. Долбаный крыс. Почему? У тебя проблемы с жизнями, может, и не стоит рисковать. Да, да. Она так много это даст. Не видел, кстати, что они писали про время. Ой, про количество. Рестарт. Угу. Я ножи раскидал. Рестарт. Лего Камели. Не знаю. Или может вообще... Это... Там ножи на черепушке. А у меня есть. А, значит мои? Да. Собери пока снизу все. Подожди, а как... А, это я просто вниз сейчас нажму. Ножи, мои ножи. А, это ножи. Я на автомате у меня. Собери он там снизу. Чтобы у тебя были ресурсы. Да, а. Мы были так близки. Я близки. К чему? К прохождению игры. Я до сих пор не могу с этим смириться. Когда мы были? Ну, когда до босса последнего дошли. Когда я дошел, хочешь сказать? Да, если бы не пару раз мы не подбирали черепки после босса, вот было бы вообще все ок. Подожди, не, мы черепки, по-моему, умудрились не подбирать, да? Да, да. Спаунился.
я догнал бочку и получил от нее. Специально догонял, да? Я не понял, только что я смотрел на свое хп, у меня было 40. Что мне успел придамажить? Не знаю, вот скажи, куда периодически деваются тормоза. Ой, ну ладно. Врагов осталось, мыши тоже считаются. Серьезно? Да, я сейчас убил крысу. Там нет врагов. А, появилось 4. Не, не осталось. 3. О! Срочно прыгаем. Ну блин. Почка. Нет. А, похуй, мы лучше, у нас лучше вполне получится все равно. Тут этот континуум должен быть. Угу. Я внизу постою, подожду, пока он появится. Ну хотя бы не бочка. Ой, не смени. А, вон континуум. Я его соберу на всякий случай. Да ладно, не надо, зачем? Подожди, ты не прыгай, ты через это, вот с этой платформы надо. Да. Так. Ой. Ух. О, нормально. Я сейчас дособеру все. Да, я сейчас соберу рыбку. Ну, в целом, лучше, чем могло бы быть. Это? Да. Потом последний сразу. Бери. Взял. Давай. Если крысы считаются, то, наверное, логично, что по 15 каждому все-таки. Ну типа, когда у нас показывает 10, наверное, это имеется в виду 10 каждому, ну, то есть 20. Ну не в смысле, что одному нужно убить 10, а то, что блин, типа... Просрал, ну ладно. Ну. Ай. Ну тут времени мало. Да, тут надо сразу влево продвигаться. Иди. О, суп. Что-то... Есть. Простите. А, я не знаю, давай дойдем, тут раз уж прошли. А, это ты наступил на это? Я-то думаю, чуть черепка нету. Странно как-то. А здесь черепов будет? Или внизу будет? Не знаю. Здесь осталось. Так, ты... Есть. Или сверху что-то. Я помню, здесь ну, время где-то лежало. Окей. Время где-то здесь было точно. Ой, вот черепок. Но у нас нет оружия. А, может быть через стену получится? Может через стену он пойдет? Ты ж кулаком его убивал через стену. Да. Понравилось ощущение? О.
Но я пошел вниз агрить его. Просто выбрал. Вот, во. Я супер использую. Раскай нормально. Слушай, ты хорошо справляешься. Вот здесь время, кстати, между мужчинами. Вот здесь его протачивай как-нибудь. Ну что, последний? Постреливаем все. Да. Так, я походу сейчас конт съем. Но вряд ли у меня есть какая-то альтернатива этому. Моя пуля пролетела, еще одна пуля пролетела. О, ты меня спас. Нужен этот супер, потому что я, наверное, не смогу на него залезть сейчас. О, я могу... О! Ну ладно. О, супер. Ой, я забрал. Ну чё, готов? Не трогай, ну... Я его поймал. Ну, в общем, я пропрыгал. Окей, время там не забудь взять на одной из платформ. Оно? Нет, следующее. А. Ну ладно, давай, остальное на тебе. О, супер, пока я... Бери, ага. Супер, шаг назад. Нет, ну беги, зачем? Well. А, ну все, забей. Ну сейчас супер прилетит, правда, времени нету. Ну там два еще времени есть, но это нужно туда добраться. Очень плохо. На они. Это очень супер. Плохо. Время взял. Иди тогда. Мне нет смысла, потому что я проебу сразу же в комнату. Просто на правом, да, иди. Похуй, не делись с ним даже. Иди. На правом вообще. Этих надо убить. Там босс вроде. А ты вы... Где-то здесь время еще будет. А, это не тут босс. Здесь босс. Пока наблюдал за тобой, мне супер прилетел. Ну, используй его. Ужасный заход. My ass. Ну чё, первый? Ну да. Пособираем. Жалко, здесь нету какой-нибудь типа...
механики получения этого КП? Контов за этот. За очки. Когда крысу убиваешь, звук такой, будто ты поднял жизнь какую-нибудь. Нет. Ты защитил меня от этой бутылки. 10 осталось. Слушай. Неплохо идем. В первом уровне. Я горжусь этим. 4 жизни мне осталось. Может тебе не надо на рожон идти? Я не иду, я наоборот снова играю. Насколько это в этой игре возможно. Я даже пистолет достал, чтобы не получать ближним. Пистолет на боссе пригодится, да, чтобы на нем. Патроны. Как раз босс сейчас. У меня 3 жизни. Ой, это ты. А, крыса, крыса, иди сюда. Ой. Ты 4 жизни. О, отлично, я пошел. Это было прекрасно. Стой. Что делать? Вот я про это тебе говорю. Я слишком волнуюсь сейчас. Стреляем. Есть! Что есть, надо быстрее собрать. Собирай виноград, пока не умер. Я возьму контос. Да. Ёбаная бочка, ты... Ёбаная крыса, блядь! Знаешь, я понял, чего в этой игре меня бесит. Что с этой лестницы нельзя в бокс лезть нормально. Можно. Ну, в смысле? Я пустой, да? Я просрал свой щит и прочее. В смысле, я залезаю такой и слезаю? Не знаю, мне не получается, я из-за этого сдох. Мы просто 2 конта всрали. Из-за того, что после боссов... После боссов, да, пиздец. Ну ладно, давай. Мне кажется, вот этот легче, чем вот этот. Ну давай. Я правда не помню, что тут. А, такой же корабль, как и в первом, только типа с этими, с пушками. Тормоза, что вы делаете? Это с пистолетом, он от Google забьет. Че стоишь? Я ждал пушку, когда она закончится. Вот говно. Хаос, ладно. Ну, сука, кулак появился. Сейчас у меня получилось. Убил, но это не помогло. Да... Кого убил? Пират. Пойду еще искать пирата. Один. Все. Все. Подожди меня. Ну, жду. Ну ладно, готов. Быстрее! Отойди назад! Блять. Ну окей, ну собери этот конт. Что может быть проще, чем просрать здесь конт? Он же здесь внизу появляется. Я не помню, по-моему, вот возле черепка нижнего. Вот видишь, я слезть нормально не могу. Ну, ты слез только что. Ну, да. Слушай, а нет, что ли, конта? Ну это пизда тогда. Убей крыс, может они и спаунят. Эй!
Казам сидел. Лучше просто. Best try ever. А Wizard 5 из 100, 0 из 100. Странно. То есть бесполезно. Weapons 27 из 460, хотя бы из 47. Не знаю, что еще try или что-нибудь другое, или вообще как. Да давай еще. Только в туалет сейчас. Давай за паузу. Алло. Окей. Я тут. Угу, я тоже. А ты xCloud'ом пользовался, или он в России недоступен? Кто? xCloud от Мелкософта. Первый раз слышу. Это, по-моему, стриминг с Xbox'а. На мобилке. Сейчас, одну секунду. Я там чайник поставил, так что пару минут. Привет. Зачем? А? Чёрт. Зачем на мобилке вообще? Ну, сидишь в туалете и играешь как вот на Вите. Поехали. Подожди, у меня чайник еще греется.
Ну ладно, пройти успеем. Ресетнуть успеем. Я придумал, кстати, как пройти. Надо пойти на последний уровень, взять там щит, не использовать его, и потом, короче, на следующих уровнях просто переключать, как в Dark Souls, на щит. А смысл, если там ближний бой 90%? Блин, как можно убавить музыку? Я не знаю. А, в миксере ты можешь? А я не знаю, а захватывает тогда звук как будет. Меньше будет, ну, типа, по той громкости, которую ты в миксере указываешь. А если я общий звук убавлю, наверное, ничего ж не изменится. Ты тише станешь. Ну да. Наверное... Ну-ка. А, я никак не проверю звук. Ну, в смысле, ты можешь послушать стрим. Не знаю, как это сделать. Открыть ссылку, которую ты мне кинул. А, вот так. Я никак не проверю звук. Ну, в смысле, ты можешь послушать стрим. Не знаю, как это сделать. А, нет, открыть ссылку. Вроде нормально. Да? Идеально. У меня сейчас диссонанс был, я включил, там же у нас этот... Лад стоит, и я думал, ты мне еще раз отвечаешь. Ну что? Ну он еще греется. Долго он будет греться? Ты его под пледик положил? Нет, я его только что залил водой холодной. Слушай, название интересно, по ссылке поменялось? Я потому что подправил на ЕП3. Да, поменялось, слушай, прикольно. На кого? Ну я ЕП3 поставил. Ага, все. Да мне тут заходи изнутри, Гарри, вытри его. А, ты сейчас поставил? Да. На стене? Я понял, все правильно. Я так понял, xCloud... А, я, кстати, пока мы ждем, я тебе просто новую картинку еще дам. Че, xCloud, че? Я пытаюсь понять, что это. Я понимаю, что можно стримить на телефон, только я не понимаю, через что. Через твою консоль? Мою? Да, мне нравится. Так. Короче, у них на сайте максимально неинформативное описание, что такое xCloud. О, щелкнул. Щелкнул. Сейчас пойду налью и вернусь. Thank you.
А как ее сохранить? Open Original, наверное. Я другой хотел скинуть, но это тоже нормально. Это что вообще такое? Это Chrono Cross. Блин. Так. Ну чё, продолжим страдать. Хватит уже. Успокойся. Чё? У меня 10 сообщений появилось, то, что ты запаузил. Так. Тенген. Давай загуглим, чё Тенген делал. Тенге. Угу. Издатель-разработчик видеоигр для Atari. А по-моему, Atari это Games. Поглотило? Нет, это создана Atari Games. Упразднена в 94 году. Преемник Time Warner Interactive. Но они делали какого-то Индиана Джонса. 23 игры у них. У них Шиноби, кстати. Если это та Шиноби. Че? А, это для Сеги АМ1 какой-то. Это не та Шиноби. Они, скорее всего... Нет, Сега АМ1 это все правильно, по-моему. Ну просто здесь... Сега АМ1 это разработчик, если что. А они, скорее всего, просто какие-нибудь... каким-нибудь портированием занимались. Да, лицензирование. Они вообще портами только занимались. Эту фигню Atari делали для аркад. Они потом просто портировали на NES и C64. Ну, поехали. Блин. Да, я согласен. В чародеи я больше не вижу смысла стрелять, если честно. Надо бы дойти до него хоть раз. Научиться бы багать то место, где ты тогда улетел. Я тебе говорю, я там баганул только из-за того, что я с верхней платформы на нее упал случайно. Ну-ка, погоди-ка. Сейчас еще раз проверю. Я же тебе скидывал первую ссылку. С тайм-кодом. А, я один остался. Ты вниз, что? Что ты сделал, Шайтан? Так, мне это интересно. Опять я подумал, что ты со мной разговариваешь, а это ты в видосе говоришь. Ты просто съезжал, ты не падал, ты поехал. Я был уверен, что я просто упал с верхней платформы и начал истерично нажимать на кнопку прыжка, чтобы вернуться обратно и улетел. Ну вот, я с тайм-кодом просто посмотрю. Ты с тайм-кодом? Да. На уровне переводов русских ты с тайм-кодом, просто посмотри. Ну да, да. Как-то упал, просто побежал, разогнался, получил огромную скорость и прыгнул. Ты наоборот притормозил перед тем, как съехать? Не, ну можем, если хочешь, можем сейчас пойти сразу в конечный и просто там дрочить, стоять. Да нет, надо просто при случае попробовать разок. Ты, получается, просто съезжал, а потом, наверное, суперпрыжок нажал, когда под колонной был. Мне кажется, это так. Давай просто попробуем сейчас, типа, не будем
ничего собирать, пойдем попробуем, потестим, если получится эксплойт такой сделать. Закрыл браузер. У нас, наверное, стрим-то продолжится. Я слишком умный. Да, идет. Нормально все. Давай попробуем. Почему я черный? Я только сейчас обратил внимание. Смотри, ты белый, я черный. Ну все правильно. А что, ты азиатом хотел быть или женщиной? Или женщиной. Ты, может, отпаузишь? В смысле, я не... я понял. Окей. А, ну тут, кстати... А, так зачем? Ну, запустите меня отсюда. Из этой игры. С этой платформы. С этих тормозов. Вообще нереально. Ну здесь реально хаос просто. Очень много врагов. Кто-то стоит к нам убить. Вот ты, получается, поднялся, притормозил, поехал. Ну, супер труп. Блин, как-то надо тебе пешком пойти, он светает, видишь? Баг вообще был. Если ты остановишь, нет, я понимаю, но... Во, вот сейчас вот было похоже, кстати. Да. Во, сейчас, я понял. Если ты не двигаешься. О, если ты вниз падаешь просто и смотришь вперед лицом, и вверх прыжок нажимаешь, только прыжок, ты спиной отпрыгиваешь. Ехал лицом вперед и просто улетел. Я просто улетел. Вот у меня сейчас был, я воздух подвис. В смысле, я улетел только что, ты не видел? Сейчас посмотрю, у нас там латенс, наверное, есть. Нет, не успел я. Так на ютубе же можно перемотать назад. Как это? Я не знаю. Ты лицом вперед, назад, да? Я забыл. Нам тут просто разгон берется. Что, у тебя получилось? Видишь, где я? Ну да. Как-то пощущать... Я так и не понял, как я это сделал. Ну я точно...
Я точно доехал до почти самого низа, смотря в сторону вот так вот. О! Ну сейчас вот что, почему-то не получается, только получается. Я смотрел лицом вперед, и я прыгал не назад, а вперед нажимал прыжок. Ну? Опа. Ну сейчас я смотрел вперед. Нет, я понимаю, я не понимаю, когда прыжок нажимается. Давай еще раз попробуем. Ну так что-то интересное в этой игре. А, их убить надо? Что-то интересное. Ну да, баги. Просто если этот баг работает здесь, то он, то он на любой наклонной поверхности должен работать. Ну да, правда. Твоя правда. Мы можем смотреть немножко. Я правда не знаю, считается это? Нет, мы не используем никаких читов. Интересно, если бы вместо ног был второй персонаж, она бы еще сильнее тормозила. Да. Я думаю, ноги они сделали как раз из-за этого. Самое обидное, но я никак не запомню, где они. Не доезжая до конца, мне кажется. Да, где-то под колонной надо нажимать. Под лицом. Как? Под колонной нажал. Да, ну что ты нажал? Чисто вверх или в сторону? Вверх, я... Вверх и этот суперпрыжок. Не, что-то вот... Есть у меня подозрение, что это типа баг такой, типа один из нескольких раз получается. О! Вот сейчас я до самого низа доехал. Не вылетел. Но. Это работает, когда ты препятствия вроде подпрыгиваешь. Коллизии типа. Препятствия? Да, когда ты в эту колонну спиной что ли врезаешься или что-то такое. Не думаю. Я тоже не хотел сделать. Там пофигу, в какую сторону лицом смотрю. Да? Так. Так получилось. Это как сейчас получилось у меня? Да. А safe state можно тут заюзать? Нет. Ну, чисто для теста какого-то прохождения. Только не выбери первый там. Мне показалось, что я когда прыгаю и пушкой спиной там ударяюсь в эту колонну, я тогда взлетаю. Ну не спиной, а персонажем. Ой, куда я? Thank you.
Я подумал, может, вдруг здесь можно было запрыгнуть. Да мать вашу, блин, что за хаос здесь происходит? А, ему супер-удар поставили. Суперджамп не нужен. Просто прыжок? Да. Это облегчает все. Вот у меня пальцы начинают болеть уже. Говорю, колонну врезаешься. Когда ты не за колонну врезаешься. Просто примерно под колонной нажимаешь, короче, перед тем, как остановиться. Или после. Слушай, вообще что-то начало получаться каждый раз. Еще поправлять сюда, выдал или вверх. Спасибо. Ну, ты надо вверх вылетаешь, надо в угол, надо еще куда-то. Я думаю, это дело не в колонии, а просто в том, что у тебя в этот момент пик какой-нибудь, какого-нибудь ускорения. Смотрел, потому что, ну, это, наверное, не честно. Ну чё, пофигу. У тебя получается? Да. Мы можем тогда идти сразу на этот уровень, может быть, сразу его рашить через эту штуку. Ну а как рашить? Надо же его сбивать. Смысла тогда собирать нет, ничего. Ну, первых врагов, может, разве что убить. Ну ладно. Но будет очень, конечно, неприятно, если не будет получаться. Я ненавижу это говно. Да, нет. Просто по пути. Ah.
Блин, да реально хаос происходит. Да сколько вас тут, блядь? Блин, что-то перестал. Да, я знаю, у меня получалось, но он даже что-то ускоряться не хочет. Серьезно? Как же было что-то? А мне кажется, из-за тормозов. Чё-то 5 врагов осталось. Да, я видел. А, я понял. Здесь нельзя больше пройти. Ой, ой, ой. Камон. Я сейчас тоже. Блядь. А, ну ладно. Это был план, я понял. Да, 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 так, такой был. Здесь, я думаю, можно чародея задеть. В какой? Да любой. Да, в этот. Иди сюда. Убегает от меня. А почему тебе 13 зарядов осталось? Так много скучно потрачено. Ой, я думаю, вот здесь вот можно это сделать. Да ёб... Если прыгну. Что мне это дало? Я не знаю. Ну, мы теперь можем быстрее подниматься наверх. Ну, мне не нравится то, что это не всегда с первого раза получается. Ну, я думаю, это чисто уже скилл. Мне кажется, можно даже вот на вот этой. А, не, мне кажется, нет. Ну, не трать время, тут очень мало времени. Походим. Мне тут просто интересно попробовать. Он ушел. Ты там пробуешь, что ли, опять? Это... Стоп, подожди.
Ну, тут надо все-таки нарезать. Последним уровнем разобрались. Ну как разобрались мы? Мы потратили абсолютно столько же, сколько мы проходили, если проходили бы честно. Я думаю, десятка попыток что-то закрытыми глазами делать. Ну что, тогда по-нормальному проходим? В смысле по-нормальному? Мне кажется, пятый лучше всего, потому что мы всегда приходим на пятый и тратим абсолютно все. Ладно. Если мы пройдем пятый, то типа будет гораздо легче все остальные проходить. Ну, типа в четвертом только проблема будет, а все остальные вообще тогда будут. Отдых. Тем более мы знаем, как чизить ниндзю. Года было бы. Да, 10 из 10, но я снижаю 9 баллов за технический недочет. Ты... Да, я не могу допрыгнуть из-за этого, из этих... Слушай, баллов. Я вообще на изи сейчас делаю. Я начало даже пройти не могу, потому что я сваливаюсь из-за лага. Получилось, но только я типа тупанул, забыл, что на облака можно встать. Ой, я черепушку активировал. Что ж такое, я больше времени трачу сейчас. Ну, на самом деле не больше. Молодец. Надеюсь, там не на черепушку сел? Нет, я на бутылку сел. Блин, что-то слушай, не получается вообще здесь там. Ну, вообще не получается. Ну, надо просто, если не получается, бежать дальше, надо так. В тот угол вообще не хочется идти, там... Да, там если риски они стали неудачными, то все. Я хотел в яму упасть, чтобы повернуться, короче, от этого выстрела. Слушай, я не удивляюсь, что здесь твоя
твое ускорение зависит от веса. Нет, я, кстати, при небольших лагах делаю. Так, вот если сейчас мы не потратим ни одного конта. У нас 14 жизней. А, да, он багнется. А, это ты за юзом. Что-то туплю. Блять, ебаный скелет. Как? Меня звездочку сзади застанил, и он меня добил. А зачем ты ресетишь? Похуй. Я просрал все. Да ладно, это нормальный ранжин. Ну мы вдвоем дошли. Ну типа, один конт потерять, это не так страшно, как два. Как мы обычно это делаем. Короче, нас тут угол забираться просто. Рашим и бить мышей. Угу. Ну, с тактикой мы придерживаемся. А мне сейчас вот так прилетел. Мне кажется, это не связано, просто на этом уровне они часто прилетают. Ой, время забыл взять. Я возьму. Что? Ай! Контос? Теперь приземлился. Меня я упал, подскользнулся и сел на черепушку. Че, рестарт? Ну да, это слишком нелепо, по-моему, сейчас. Мне эта музыка скоро будет сниться. Мне уже снится. Я в кошмаре, я в аду.
Точно. Выпустите меня, пожалуйста. Это был сейчас пиздец какой-то. Два супера летело, походу, и ты когда один взял, он исчез. Блять, опять не получается. Вообще в нуле, ну. Наш ХП в нуле. Мне кажется, это рам просто вообще. Он вообще перестал прыгать. Попробуй лицом вперед. О. Хорошо прыгнул, блядь. Че по ХП? О, хорошо упал. Все, заново. Ты, скорее всего, да. Это было очень-очень плохо. Твою мать! Вот на него надо пистолет, наверное, оставить. О, супер, не слышу. Я его убью. Перестанет кидать уже. Считает, я не понимаю. 4. Мне кажется, последний должен быть. Да. Давай вместе прыгнем. Давай, 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 пошли, 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 пошли. Блин, а куда я иду? Тебя же... Проблема. А, нет, все нормально. Я за экран ушел. Не подходите. Нет, иди быстро с экрана, блядь. А что, что случилось? Я пойду поищу время, может, здесь есть. Я его супер не прикалывался. Мне кажется, супер был.
Что, сразу в четвертый по хардкору пойдем? Может, в первый? Первый, я думаю. А, первый же у нас есть. Да, давай в первый. А, нет, 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 первый мы оставляем на перед Визардом, чтобы подсобрать дерьмо. Ну, на корабль можем на второй пойти. Ну, который... На третий уровень, то есть? Либо... Сюда? Нет, давай на замок. Там же суперы прилетают. Мы как раз подфармим итемчики и потом на четвертый пойдем. Ну, пойдем. О! Ты вот только сейчас сдохнешь? Ищет или буду поменять. Казалось, от моего лба отлетел. Здесь главное босса ниндзю чизить. Не время. Главное на черепушках. А и они здесь. А, да, здесь есть, но они это. Супер. Они такие. А, супер, супер. Сколько раз не вижу, там кто-то появится. Угу. Давай, давай. Беречь щит вообще усложняет только игру. Ёбаная крыса, блядь. Что мне делать, когда не работает? Ты в них можешь отсылать же. Я просто трачу щит на сам. О-о-о-о-о. Блин, вот это место меня очень смущает. Не надо. Что мне делать? А, блядь! Ну, ёбаный насос, блядь. Ну тогда ты отбивай эти летящие штуки. Я вот их верну. Ну это было. Вот это было очень. Не очень. Я вот триггернул. Ага, только я это. А. Ну ладно. Так тоже можно. Или нельзя. Он ушел, что ли? Да нет, не вроде попадает. Он ушел. Зачем? Он начнет атаковать меня. Лучше место. Блин, а я успею? Да. Здесь два конца прославлены. Ну, блин, беречь щит это не смысл. Блять, слушай, я не успею. Не, нормально. Бей. Я брисвилит, блядь. На последней секунде разминировал бомбу. А? Какой-нибудь уровень сейчас второй, например, запустим. Ты. Есть смысл щита. А, ну пойдем в четвертый. Этот последний тогда потратим его там, просто пусть в тебя стреляют. Это все-таки самое отвратительное, по-моему. Thank you.
потратил, кстати? Щит, наконец. У меня оружие есть. А. Так, время сейчас как начнет заканчиваться. Ты, блядь, с бутылкой ебаной. Ты пиздец. Он просто от меня по всей. У меня просто никого нету. Ну мы сейчас продуем просто-напросто. За время заебись. О, бей косу. А толк. О! Ага. За 0 секунд добраться. Не, в этот уровень надо идти первым. Давай тогда все собирать и идти в этот уровень. Было оружие. А потом кордон прям на самый последний, и тогда уже потом отдыхать просто. Отдыхать, конечно. Мы же последний уровень даже не попытались ни разу. Ну, мы всегда можем дропнуть еще две игры. Еще две более ужасных игры, да? Ну, думаешь, есть что-то более ужасное? Да, какой-нибудь симулятор, блин, самолета. На двоих. Самолета, да-да-да, танк, не знаю. Стиральной машины. Школьного автобуса. Ну, просто в отличие от обычного РГГ, вряд ли там в списке игр. Совсем уж слишком... Нет, слишком много игр. Рано или поздно нам нечего, я бегу с континента. Рано или поздно нам нечего будет дропать, и придется все проходить. Да. Ужасный уровень, да. Я тебя ненавижу. И тебя ненавижу. И тебя, бочка, ненавижу. Я с ненавистью растоптал бочку. Я уже просто крыс из пистолета расстреливаю. Ну крысы, ой, пистолеты, наверное, нужны на босса. Да блин, если мы вдвоем идем, то мы его без пистолета не подфорсим. А если мы до него не доходим, смысл вот пистолет. Почему я здесь не помню, чтобы здесь лежало время? Мы при этом как-то раньше вкладывались. Всё, открыл. О-о-о, бежит. А, у тебя пистолет же есть? Да. Ну ты можешь меня прожить. Ну, еще время есть. Только я... Правильно иду, да? Подожди. Давай. Да. Так, теперь не умри от бочки. Сука. Так, хватит эту бочку остановить. Вроде
закончились. Крыса, аккуратнее. Возьми виноградинку. Черепок взял? Нет. Возьми меня. Господи, крыса ебаная. Да ёб просто. Короче, мы просрали всю жизнь. Никому. Подожди ещё. Не торопись. Под контролем? У меня всё под контролем. Просто... Давай сейчас. Ты работаешь, что ли? По-моему, похуй вообще. Страшно? Угу. Ну, сейчас самое сложное. Угу. Надо просто все это говно сразу заканчивать. Ну, сейчас второй уровень говенный. А, только, блин, мы сейчас сразу же всрём конты. Да почему у тебя 13 хп? Ну и чё, блин, мы один конт подобрали сейчас на боссе, не просрав ничего. Здесь же просто жизни, по-моему, вообще не валяются. Гремя на сай. Сабе на сай. Да. Уже да. Случайно часов вырубился. Я жду сутра. Меня отсюда не стало. Ну это нечестно. Он так кидает, что это даже тупо не пропрыгнет. О, супер летит. Блин, у меня так мало здоровья. Хорошему вообще спрятаться, потому что иначе я сейчас еще один класс. Ну, мне тоже. Да, все, пизда. Я же на обороне не заемся. Юзает? Я не знаю, что он не юзает. Один остался. Минус 2 конта сейчас, это будет худшее. Ну почему? Минус 1 относительно начала. Бля, зачем мне... Я пошел. Я тебя прикрою. Пригнись! Пригнись! Ты умрешь? Да, все, давай, вставай. Что за дичь? Но я бы предложил второй попробовать пройти. Если сейчас по второй хитровый, блин. Ну куда дела? Я буду Брюс Уиллис сегодня в 2 уже. У тебя супер удар есть, кстати, можешь его сразу активировать. Да, о. Ну, я не знаю. Этот легко пройти, остальные легко. Вот второй самый такой. Врагов мало, надо пройти. Ну, давай, вот это значит. Ну, это, блин, я сейчас... Тебе надо супер удар на первом же враге использовать, потому что ты потеряешь его. И весь лут. Давай. Давай я тогда соберу. Эй! Ну ладно, собирай.
Ну не, давай заспауни каких-нибудь врагов. Я заюзал. Чик. Давай. Тут, по крайней мере, черепков нету. Разве? Есть, есть, есть. Ты чё, ты же по памяти их вспоминал, где они находятся. Значит, увижу, вспомню. Ай. Ай. У меня сейчас вообще, типа, супер ход, я не знаю, с одной жизни. О, блин. Вовчик, привет. Видишь, бутылку Степа. Позови. Блин, вот это место я ебал. Ты щит вообще можешь взять? Ну, вряд ли надо. Не-не-не-не-не-не-не. Крыса она не спасёт, да. Я буду здесь крыс, короче, убивать. Всё, что ли, не идут больше? О, идёт. Я уже... Эй! Тимбокс кривый, у меня супер появился. Блять, крыс. Слушай, у меня есть супер. У тебя пистолет есть? Нет, у меня есть только супер. Я пытаюсь. Я очень осторожен. Ну, тут, в принципе, по времени, но все равно аккуратнее может достать. Аккуратнее там, где черепушка спавнится. Вот, вот, вот здесь черепушка. Ты, да. Так, не трогай аккуратнее. А, стой. А, о! А, нет, он не поможет? От меня толку, значит, не будет никакого. Так от меня тоже. Блять. Он же с милишкой, по-моему, будет. Аккуратнее. Вот здесь вот черепок. Крыса. Переключись на супер, да. О, время 30 секунд. Да, понимаю. Ой-ой-ой. Фак. А, это... Он останет только. Блять, крыса. Супер юзер. А, юзер? Ну ладно, я думал на босса ставить. Да пофигу, пошли босса, пили время, нет вообще на босса. Окей, иди. Я сейчас конт просру, не просру ты хотя бы. Бля... Не просру сейчас. Блядь, за что? Нет. Блядь, тут... Пизда, не, ну это соло лучше. Его кулаком не захерачит. А, я ничего не могу сделать, точно. Худшее. Это худшее просто. Может, с этого уровня будем начинать? Ну давай вот этот потом, последний, потом последний. А, это пиздос. Надо был балтиконт не экономить, а просто сдохнуть. Тогда с этих, наверное. Ну, давай посмотрим. А что мы посмотрим? Ну, мы можем еще теоретически два конта. Ну, ты можешь первый один. Пройти, получить конт. У тебя как раз 15 патронов. Не, слушай, это пиздец. Три уровня, один и остался. Не, это худшее. Давай рисуем лучше. Ненавижу пиратскую тематику. Никогда больше не буду пересматривать «Пираты Карибского моря». Сил в чипс не нанимал. Надо всё что-то собрать, перейти на второй уровень.
проходили, потому что у нас было пушки, и мы не экономили ничего. Угу. Так? Да. Изист, блядь. Ну, так-то он изист. Ну да. Не, ну мне понравилось, как я почти весь уровень на одной жизни шел. Вот если бы так аккуратно проходить и жизни не тратить вообще, no damage. No hit run. Ай, уже за не получится. По привычке пошел собирать. Здесь, по-моему, да? Так, секунду. О, нифига себе, ты видал? Ага. Пора. Подожди меня тут. Черепушка. На крысу не хочется тратить. Ай! Ой! О, музыка что-то какая-то стала. А, это босс файт. Да. Ну. Save me. Четвертый? Ой, пятый. Корабль-то дебильный. Корабль этот дебильный? Третий корабль. Угу. Здесь у меня тактика нет никакой. Здесь тактика. Удачный рез врагов, иначе не набьешь. У меня неудачный рез появился, не срез появился. Да, у меня тоже закончилось. Он хотел всю эту жизнь. Я на самом деле в один контур можно просто. Ну, не сдержи. Так идеально шло на секунду. Блин, ничего не случилось. Что? Не случайно назад упал. Пять еще осталось. И такое время уже закончилось. И враги. Блин, что здесь с респауном, блять? Просто тупо просранный уровень из-за того, что из-за того, что враги не распроются. А, не,
Я думаю, все-таки вот это первый уровень. Я пошел. А, у меня нет ничего. Не умри от бочки, я конт просрал, а ты прыгаешь? Давай, я нажимаю, я нажимаю. Я ее сожрал. Ай! Так, я подожду, пока они не закончатся. Они заканчиваются, где падают? Возьми он мне наградинку аккуратно. Вот это не будешь наградинку аккуратно. Возьму, я просто хотел забрать. Вот так. Твою жопу. Хорошо шли же. Я... Да блин, это скольжение в жопу. Последний, если без этого пройдем, то не шанс. А, ну да. Без этого? Да. Никак. Без вот этого вот всего. Ну, не знаю, что делать. Первый можно теоретически уровень пройти, набить конты. Первый нет, первый перед визором. Можно попробовать набить конты. Ну как набить конты, один конт? У меня дальнего боя нету. Собираем тут. Сдать можно будет потом. Да ёбаный пи***. Собирай бутылку. Прыгай вниз, собери бутылку. У меня вообще сейчас это дежавю было, знаешь, в детстве, когда я по кустам лазишь, как-то говорил, вон бутылка, а и здесь еще. Ой-ой-ой, ааа! Еще раз, ааа! Я тебя прикрыл. Хорошо, да. Так. Я стоял почему-то долго. Вот так, сол-сол. Блять, почка! Эй! Так, аккуратнее. Что-то максимально такое себе. Дай мне собрать. Собирай. Опасный трюк. Твою мать. Я не знаю, это
какой-то frustration fest. Надо наоборот до снизу идти. Да, 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 точно. Ну не знаю, давай финальный попробуем. Неохота просто рассеять. А смысл? Сколько у нас контейнеров? Ну, все. Один. Заимывай. Сейчас. Ну, я реально здесь смысла не вижу. Пробираться через тормоза? Ну, типа один кон. О, супер. У меня как всегда. Кажется, у него как-то получилось, по-моему. Что-то варит и типа взглядом своим пытается меня убить. У нее что-то зеленое во лбу появляется. Мы не потратили контов, ты заметил? Хорошо, что мы сейчас заспаунимся где-то и нас просто сразу убьют. Ну чё, пошли. Чит и просто танчить. Все, у меня не осталось ничего. Надо надеяться только на супер. О, супер. А что про? Он мне что-то боговал сейчас. ХП нет. Я знаю. Я же со щитом. Давай супер подождем. А времени не так много. Ну. А. Тут череп наверху. Да, я знаю. Пидора. Я бы супер подождал. У меня другого выхода теперь нет, больше. У тебя чит тратится, пойду просто. Да, да. Ты у суп летит, нормально. Ну, подбери. Только не череп. Ну иди танчи тогда дальше сам. А блин, ты надо чит просрать.
4, по-моему. Какая разница, я... мне уже не привыкать. Суперман летит. Юзер. Ой, игра. 10. Нихуя себе. Что делаешь? Времени не хватит на это. А подойди к нему. Че, нельзя никак разыгрывать, что ли, щит? Не супер. Дай заюзаю супер. О, у тебя тоже супер есть. Дай я заюзаю. Как так? Юзаю. Юзать. А на кого юзать? Никого нет. Мы убили всех абсолютно. Всех в этой деревне. Ну, судя по отсутствию тормозов. Бери. Ну. Еще одного надо. Прекрасно. О, возьми супер. Юзы. Они среспаунены. Эй, эй! Он не хочет юзать. Значит, нет врагов. О, еще супер. Блин, тебе надо как-то щит просрать. Придется с ним драться, и потом спуститься, где я стоял, допинать его. Прыгни вниз. Прыгни его наверху. Потом вниз. А, наверху, по-моему. Best boss ever. Поехали. А смысл, я сейчас один буду просто первый уровень проходить. Максимум, что я смогу сделать, это получить один конт, который ты сможешь заюзать, и мы можем просто посмотреть. А, я понял, знаешь что? Там босс Rush. Думаю, все боссы помнят? Да. Там тот палач, который на второй локации. Каждый удар это минус один босс. Ага. Первого босса не было у нас, у пирата. В смысле не было? Ну, сразу со второго уровня босс начался палач. Сначала-то у нас пират здесь. А, ну это да. Да ладно, можно закрытыми глазами. Ладно, я закрыл глаза. Ты уперся в палач. Понятно, открой глаза. Главное здесь не умереть на черепушке, когда континент уберешь. Здесь по облакам можно пропрыгать. Я ничего не могу обещать. Надо здесь пособирать, наверное, всякого дерьма. Как бы за 4 минуты ты бросал. Эй! Бутылки-то собери. Сколько можно? Я просто хочу, я не знаю, забрать ее. Надо нас открыть.
ты сюда подошел? Нам бочки спаунить, если что. Нашел место спаунить. Чуваков, по-моему. Не, наверное, я не хочу. Доставай пистолет, да фигач просто что-нибудь. Иди, босс. Босс. Все равно чего-нибудь. Все равно проиграю. Пистолет только возьми. Ты сломал ему шаблон. Аккуратнее с бочкой. О, босс сейчас будет. Бочка? Нет. Прошу, не умирай. Может, не закончится? Пожалуйста, пожалуйста, стоп. Пойди континуем. Слушай, может быть их выдают только типа определенное количество на этот на игру? Да нет. Ну значит нам пизда. Смотри, внизу написано, он же не сразу бывает. О. А, то есть это все-таки мышей, когда убиваешь? Ну я сейчас убил мыши и. Не знаю, заспаунись, наверное. А, да. А то я сейчас это на дворе делаю. Нормально, все хорошо. Ну ладно, а как мы дальше проходить будем? Никак. ХП у нас нормально, надо сейвово тогда играть. Там хаос происходит полнейший, там сейвово не получится. Ну окей. У тебя неплохо. Ну я бы на босса это все использовал. Тормоза. Пожалуйста, остановитесь. Вас просто умоляю. Это игра, чтобы остановилась, хочешь? Нет, чтобы она стала тормозить. Музыка босса. Наверное, или нет? Нет, один остался. Убей его, да, мышь. И поехали. Ай, ты пиздец, пиздец! Есть. А. Надо же они... Да бля! Усилился. Это без шансов, мне кажется, слушай. Ну, слушай, здесь они хотя бы спаунят. Мы не убьем босса сейчас. Слушай, я понял, он, наверное, бесконечный босс Rush. Не, не думаю. Не бесконечный, а у него 100 хп, мы ему, если до этого протачим, на меньшем уроне нанесем. Сейчас убивает, смотри. Ой. Ипс. Ну, зато игра не тормозит. Давай, ты сможешь. Ага. Угу. Я на сегодня в это больше не хочу. Я тоже. А, честно, мне кажется, это не очень проходило.
Типа даже если вы 20 хп ему что ли снесли? Спасибо. Видишь, визард 10 из 100. Ну, то есть, если бы этот последний уровень еще был бы просто босс файт с визардом, окей. Даже если он был бы сложный какой-то. Но это выглядит так, что там ебучий просто уровень с босс-рашем, а потом еще и с боссом с визардом. Да, причем надо фулл экипированным прийти. Угу. Так что я не знаю. А мы какой, нормал или хард проходим? Или изи? Там нет сложности. Нет, я про челлендж. Нормал, просто обычный. Ага. Ну, мы можем это пройти, да, я верю в это, но когда? По ощущениям это будет очень-очень-очень долго. Ладно. Нет. Оп. Стрим будет лофэш. Не знаю, ну да, наверное. 3.5 часа. Результата никакого. Кто бы сомневался. Mm-hmm.